Привет! Давай с тобой учить английский. Сегодня мы разбираем слова, которые начинаются на букву M. 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 Я думаю, если ты знаешь русские буквы, то ты без труда запомнишь английскую M. Ведь русская и английская буквы M одинаковые. Первое слово, которое мы выучим, это match. Спичка. Match. Match. Давай проверим, горит ли она. Match. Match. Спичка. Match. Следующее слово. Вот оно какое длинное. Это слово magazine. Magazine. Догадался, как оно переводится? А вот и неправильно. Magazine – это совсем не магазин. В английском языке это журнал. Magazine. Журнал. Как ни странно. Какой журнал называется? Magazine. 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 Еще раз повторим. Magazine. Последнее слово, которое мы с тобой запомним, это слово mother. Очень важное слово, которое переводится как мама. Я не могу показать тебе фотографию твоей мамы, но ты сам знаешь, как она выглядит. Подумай о маме и повторяй за мной. Mother. 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 Мама. Mother. Отлично. Мы знаем три новых слова и целую новую букву. Это буква M. И такие слова, как match, спичка, match, magazine, журнал, не магазин, magazine, mother, мама, mother. Здорово. Повтори урок еще раз, если ты не запомнил все слова сразу. Урок для тебя провела Елена Викторовна. До встречи! Goodbye!